Девушка Валентина, а с вами продолжает Ольга Шоу. Вот так вот исторически сложилось, что легче запомнить шоу и первое мое имя Ольга. Что я могу сказать? Тембилет, я сейчас на их веб-сайте, tembilet.com. Продюсерский центр Илины Апексимовой впервые представляет в Америке два выдающихся актера, Ирина Апексимова и Гоша Куценко, в пьесе Гельмана «Скамейка» в Palace Fine Arts Сан-Франциско 6 апреля в 7 часов вечера. Это воскресенье. Ефим Шифрин приезжает сюда, в Сан-Франциско, в Presidio Middle School в программе «Без срока давности» в субботу 19 апреля 2014 года в 7 часов вечера. 2 мая юбилейный концерт, посвященный 35-летию оркестра Владимир Спиваков и виртуозы Москвы. В программе концерта Моцарт, Чайковский, Шостакович, Элегия, Полька и многое другое. В Palace of Fine Arts, Сан-Франциско. Театр Алексея Рыбникова, рок-опера «Юнона и Авось» в пятницу 9 мая в 7:30 вечера в Palace of Fine Arts. Легендарная Тамара Гварцетели приезжает в Palace of Fine Arts Сан-Франциско 21 июня в 7 часов вечера. Тембилет.com. Спасибо большое, .com, что вы всегда держите мою афишу, и я могу у вас также посмотреть театральную афишу. Вы также можете у них купить билеты.